автосортировка вещей в Minecraft. Ставим нужное количество сундуков. Сзади к каждому сундуку подключаем воронку. Отступаем 3 блока от воронки и ставим компаратор, повернутый на сундуки. Подключаем воронки к компаратору, после ставим повторители, закрывая их блоками. И не забываем поставить редстоун факелы. Проводим редстоун и делаем любой способ перемещения над воронками. Это может быть как сами воронки, либо поток воды. Не забываем в конце сделать сундук для несортируемых предметов. В каждую воронку, повернутую на компаратор, кладем 4 переименованных предмета и 41 вещь, которые будем сортировать. Сортировка готова. Теперь весь мусор, который мы выкинули в воронки, будет лежать в отдельном сундуке. А вещи, которые нам нужны, будут расходиться по сундукам.